Убрать грязь с городских улиц после зимы планируют к 9 мая. Специализированная техника работает на дорогах и тротуарах каждый день. Сейчас погода позволяет использовать поливочные и подметальные машины в полную силу. За уборкой в Ленинском районе наблюдала Виола Янгель. Артем каждый день наводит в городе порядок. Он работает механизатором, водит поливочную машину, сбивает пыль с тротуаров, смачивает грязь на магистралях для дальнейшей уборки. Зимой подметаем. Летом тоже подметаем, посыпаем. В общем, убираем для людей улицы, чтобы было удобнее. Ну и как бы город приводит в порядок. Сегодня убирают улицу Станиславского. Работают сообща. Дворники сметают грязь в труднодоступных местах, а небольшие машины промывают тротуары. Из-за нестабильной погоды работать дорожникам гораздо сложнее. Выпускать поливочную технику на улице и тротуары можно только при плюсовой температуре, иначе вода замерзнет, превратится в лед, а это, в свою очередь, усложнит дорожную обстановку. Сейчас погода налаживается, стоят плюсовые температуры. Сотрудники ДО-3 каждый день выводят на улицы города около 30 единиц уборочной техники. Прошлой весной с дорог и тротуаров Ленинского района вывезли около 5000 тонн грязи. В этом году будет не меньше. Технология особо-то не поменялась у нас. Мы на этом же материале так и продолжаем работать, как вот этот зимний сезон. Да. Но остается после зимней уборки, после удаления снежных масс проезжих частей с тротуаров, как бы видите, что остается эта крошка дробления. Ну, со временем она уберется, ну, стараемся привести уже в идеальный порядок район к 9 мая. Работают не только днем, но и ночью. Ко Дню Победы обещают привести город в порядок. Виола Янгель, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.